Здравствуйте, мы Рада Катя и Изотова Саша, мы ученицы 8 класса Едяцкой средней школы. Представляем вашему вниманию наш проект «Юнкорпост как среда для успешной социализации в личности в малокомплектной школе». Целью нашей работы является разностороннее развитие и социализация учащихся, освещение жизни общества села. Чтобы достичь нашу цель, мы поставили перед собой множество задач. Самые основные из них – организация Юнкорпоста, обучение основам журналистики, издание школьной газеты, создание инстаграм-страницы, электронных книг и сборников. Тема актуальна тем, что мы живем в отдельном от центра селе, где дорога иногда отсутствует, а мобильная интернет-связь ограничена. Если дети из центральных сел могут посещать различные культурные, досуговые и творческие центры, то у нас такой возможности нет. Общение со сверстниками из других школ дается нам с трудом, но мы нашли выход в нашем Юнкорпосте, который был создан ровно год назад. В нашем коллективе ученики 5-10 классов. Мы развиваемся разносторонне, учимся говорить с людьми, искать информацию, работать с компьютерными файлами в реальной жизненной ситуации, а не на уроке. Кроме этого, мы учимся этике общения, тактично находить подход к людям, развиваем организаторские способности. Занятие найдется для всех, и интровертов, и экстравертов. По структуре Юнкорпост делится на прессу и тележурналистику. Пресса выпускает газету и информационные приложения, а тележурналисты выпускают различные видеосюжеты. Все эти материалы у нас публикуются в инстаграм-странице. На сегодняшний день мы можем гордиться нашей газетой, которая после выпуска продается в селе. Таким образом, мы самостоятельно находим средства для покупки расходных материалов и призов. Сжигая ногу со временем, мы создали и ведем школьную инстаграм-страницу, у которой на сегодняшний день более 1000 подписчиков. Выпустив газету и создав инстаграм-страницу, мы не остановились на достигнутом и решили развиваться дальше. Нами создана электронная газета как интерактивно-мультимедийное приложение и электронные книги с разворотами и яркой анимацией. Для их создания мы освоили программы Octopus Media Studio и Flip PDF. Кроме этого, мы проходим обучение в Академии журналистики и принимаем участие в различных конференциях. Я приняла участие на республиканском конкурсе молодых исследователей Иникига Харды, а Катя является одним из 6 юнкоров вуза, которые выбраны медиакоммуникаторами и поедут в Москву на дальнейшее обучение. Перед тем, как вступить и уже вступив в ряды юных корреспондентов, мы заполнили карту навыков, разработанную Высшей школой экономики. Этот эксперимент показал положительную динамику в развитии сельских детей из малокомплектной школы, частично отрезанных от внешнего мира. В нашей работе нам нравится общаться с людьми извне нашего села, оставлять после себя конечные продукты и узнавать много нового. Мы считаем, что Юнкорпост нас развивает разносторонне, дает новую возможность и служит трамплином для успешной самореализации. Спасибо за внимание.